Новый узор в нашу копилку. Первый ряд начинаем с 3 изнаночных. Дальше нам надо из 4 петель сделать одну с наклоном влево. Значит, первую петлю переснимаем, не провязывая. Дальше 3 петли вместе. И переснимаем нашу петельку. Вот, из 4 получилась 1 петля. И дальше идет накид лицевая, накид лицевая. И так нам надо сделать 6 накидов. Последний будет накид. И дальше снова из 4 нам надо сделать 1 петлю, но с наклоном вправо. Значит, здесь мы будем уже сначала провязывать 3 петли вместе. И потом уже еще 2 вместе эти. И получается снова из 4 1. 5 изнаночных. И вот это наш первый раппорт в этом ряду мы сделали. В раппорте 18 петель. И так повторяется. Между 5 изнаночными вот идет такой ажурный узор. Там, где надо сделать из 4 петель 1, потом 6 накидов и снова из 4 1. Наклоны сначала влево, потом вправо. Все изнаночные ряды вяжутся по узору. Там, где был накид, будет изнаночная петля, над изнаночной изнаночная, над лицевыми петлями лицевые. Третий ряд, 3 изнаночных, и раппорт узора
будет составлять 13 лицевых, 5 изнаночных, 13 лицевых, 5 изнаночных. И так до конца ряда. Пятый ряд, 3 изнаночные, из 4 петель вывязываем 1, наклон влево, накид лицевая, накид лицевая, и так нам надо сделать 6 накидов. Из 4 петель 1 вывязываем, наклон вправо. Пять изнаночных. И так повторяем до конца ряда. Седьмой ряд. Вяжем так же, как и третий. Будет 13 лицевых, 5 изнаночных. И так до конца ряда.
Девятый ряд будет вязаться немножко иначе. И повтор будет с 9 по 16. Это идет вторая как бы половинка нашего узора. И здесь мы уже будем вязать 5 изнаночных. Из 4 петель делаем 1 наклон влево. Накид лицевая, накид лицевая. 6 накидов. И из 4 петель вывязываем 1 с наклоном вправо. Вот это уже наша вторая половинка узора. Одиннадцатый ряд будет 5 изнаночных и 13 лицевых. И так повторяем до конца ряда. Тринадцатый ряд. Пять изнаночных. Из 4 петель вывязываем 1 с наклоном влево. Накид лицевая, накид лицевая. Так нам надо сделать 6 накидов. И
снова из 4 петель вывязываем одну с наклоном вправо. Пять изнаночных, повторяем узор до конца ряда. Пятнадцатый ряд вяжем так же, как 11-й, 5 изнаночных, 13 лицевых, и так до конца ряда. 15-й, 16-й ряд — это последние ряды нашего раппорта в высоту. Дальше узор повторяется с первого ряда. И вот результат.